Отец Алава, когда вы бываете у нас, мне так хочется побеседовать с вами. О чем? Мы же с вами и так беседуем всегда. Но наш разговор всегда слышат другие. Мой муж, например. Нет, я исповедовал вас перед тем, как отслужить молебен. На исповеди рассказывают о своих грехах. Мы не привыкли говорить о наших сомнениях и тревогах. Должен признать, вам было особенно не в чем исповедоваться. А моему мужу? Давайте не будем говорить об этом, Дона Мария ду Сокоро. Тайна исповеди священна, вы сами знаете. Я не собираюсь спрашивать, в чем признавался муж. А я и не стану вам говорить. Скажу только одно. Ваш муж, сеньор Гумерсинто, богобоязненный человек. Он любит свою семью. Больше того, он образцовый супруг и отец. Он не говорил о негритянках. О ком? Каких негритянок вы имеете в виду? Которые жили в бараке и в нашем доме, о служанках, которых он выбирал. К чему вы клоните, Донна Мария ду Сокоро? К чему? Отец Алава, я хочу поговорить на чистоту. Да, теперь мне ясно. Вы ставите меня в неловкое положение, задавая вопросы, на которые я не могу ответить, будучи священником. Именно потому, что вы священник, вы должны ответить. Вы говорите так, как будто я стою на коленях в исповедальне. Я сохраню в тайне все, что услышу от вас, как вы храните в тайне чужие грехи. По-моему, вы немного злоупотребили вином. Я бы не стала говорить о таких вещах на трезвую голову. Пожалуй, я лягу спать. Завтра я должен вставать очень рано. С моим мужем вы разговариваете по несколько часов подряд, так что не пытайтесь отвертеться. Но ваш муж не задает неуместные вопросы, Донна Мария ду Сокоро. Он не рассказывает о своих грехах. Грехах? Нет. Какие грехи вы имеете в виду? Детей, которых он заимел вне брака. Я не понимаю, почему вы спрашиваете меня об этом? В тот день, когда освободили рабов, отец Алава, одна нахальная негритянка пришла ко мне и заявила на прощание, что ждет ребенка от моего мужа. Ради бога, Донна Мария ду Сокоро, не смущайте меня. Я хочу узнать, где живет эта черномазая. И что стало с ребенком, которого она собиралась рожать якобы от моего мужа. Но почему вы спрашиваете о таких вещах у меня? Она обещала, если у нее будет сын, она отдаст его мне на воспитание. Почему это вас так интересует? Я должна знать, мальчик у нее или девочка. Но с чего вы взяли, что это известно мне? Мой муж несколько раз исповедовался вам, отец Алава. Он не из тех, кто может оставить собственного ребенка, тем более сына, о котором он так мечтал. И которого не смогли подарить ему вы. Но я хочу взять его себе.